Всем привет на моем 93-м стриме. Мы продолжаем проходить Lost Odyssey. Как я обещал, после обеда продолжение. Но... Да, это уже 21-я часть. Получается у нас... С одним нюансом. Решил я все-таки забить на сны. Ну, уже хочется, уже, ну, видно, что игра уже, в принципе, к концу идет. Уже, если честно, хочется доиграть быстрее. Уже 21 стрим, кошмар, самая долгая игра, которую я видел только. Так что, идем по сюжету. И не паримся. Сейчас, только один момент. На планшете чатик включу. Только Twitch доступен, да не может быть. Я только на Кибергейм стримлю, а Twitch у меня только рестрим. Я только что зашел на свою страницу, чтобы чатик открыть, у меня оба доступны. Игра какого года? Не помню. По-моему, что-то вроде 2010-го, если не ошибаюсь. Сейчас я даже загуглю, чтобы не врать. А, не, она прям сразу, как Xbox вышла, почти сразу вышла в Японии. 6 декабря 2007 года, а в США и в Европе в 2008 феврале. Причем она на движке Unreal Engine 3. Как ни странно. Снап, а насчет слабак, ну... Не, я-то могу перевести, просто... Ну, во-первых, уже подустал именно сегодня, да, но я могу перенести на другой день, скажем. Но как бы, вот, не знаю, вот, что-то не чувствую, что оно сейчас реально стоит того. Уже проще доиграть игру, как бы, и все. Ну, не знаю, как бы, вот, с одной стороны, такое тоже неоднозначное чувство, вроде бы интересно, но... И просто их там еще столько, на самом деле, их еще больше 10. Так, как там выйти из города-то? Так, и вообще нам куда? Нам надо к Grand Staff, я так понимаю. Он мне дал, я вообще-то нет, я думал, он таксист. Так, не, не туда прибежал. Не, ну,
сны нормальные. Просто если бы они были бы на русском, я бы просто с удовольствием бы их все прочитал. Но тяжело все-таки, еще там с десяток, да, ну. Это еще уйдет 5 на игру, как минимум, да? Как выйти из города, лол? Стоп, а почему здесь у меня вибрирует? Не понял, этот геймпад. Нифига себе. Это что я такое нашел? Лол. Я нашел сильный меч. Причем сила вообще на 30, сколько там. Больше, чем на 30 выше. И какое-то кольцо еще. Damage up 2. Critical up 2. О, да нифига себе. Так пусть его оставляет. Ну, если снап переведет, а потом я прочитаю, да, мне эта идея тоже нравится. Так чё, к Грандстаффу отправляемся? Да ладно, они пешком пошли, упоры-то что ли? Ну, мне кажется, нам не сюда. Заодно со скролику-то забежим. А, у меня всего 3. Не, ну очевидно, что нам не сюда. Я не знаю, где летающий Грандстафф. А это что? Куда мы пришли-то? А мы здесь не были, да? Это наше судно? Да, вроде да. А вдруг сейчас меня тут наваляют очень жестко? Мана.
В общем, я не знаю, куда я попал. Да, на самом деле, Snap давно бы уже позвонил по скайпу и перевел бы. Ну, вот даже в общих чертах смысл уже было бы круто, чем просто пропускать, да? А, это не там, где мы спасали этих каймов там всяких. Не та пещера, случайно? Точно, это та, я понял, тут еще упал камешек. Это ты это занижаешь. Там, где ты можешь сходу понять смысл, это неотвратительно. А как мне вернуть? Просто можно же как-то выйти на карту мира? А сны вот, тут еще снов. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще 13 снов. Из них 12 не найдено. По морю хотел покататься вообще-то. А, по-моему, нужно в порт. В порт, чтобы это... Да. Должны быстро снять Гангору, а как? Может, напомните мне, куда идти? Отдохнуть можно. Ну так как искать-то? А, плывешь и ищешь? Вот это поворот. А Толтон по-любому знает. Хотя вот Дженсен еще. А, Департ, это что? А, туда обратно. Ну вон есть несколько точек каких-то интересных.
Может, на дне что-то интересное увидим. Интересно, туда можно бесконечно плыть в сторону, или там будет невидимая стена? Ага, на дне. Я забыл, что мы ищем кронштаб. Не, я просто себе уже точку как бы поставил на карте и плыву к ней. И думал, может, под землей что-то интересное будет. Там будет круглая планета, а планета вообще круглая. А, все, понял. Да, в таких играх круглые обычно. А что это за ледник? Ничего. Здесь по-любому надо на дно. Что это такое? По-моему, я что-то нашел. О, что это за вещь? Астросаурус. Астросаурус. Он был превращен в камень? В обмен на запечатанные воспоминания, правильно? Это ловушка, установленная Гангорой. А, вот этот Арзесаурус должен пробудиться, когда мои воспоминания вернутся. Сет, приземляемся в Нумаре. Вот Каем сказал даже слова какие-то. В это время, Минг, мы пойдем, поможем защитить наше королевство, твое королевство. Артросаурус, ну да. Так, а мне куда надо защищать идти, кого? Сюда, что ли? Мочить? А мне нечем. У меня оружия нет. Она же сказала, высадить надо вначале. Или кто он сказал? Этот Скайм, по-моему, сказал. Ну ладно. Пофигу. Здорово.
Хотя он такой медлительный, что мы могли бы всю игру от него бегать. Останови корабль, мы позаботимся об этом, об остальном. Так, 14 тысяч здоровья, тип земля. Ну и фиг с ним. Так, он, наверное, физическими будет атаковать в первую очередь, у меня почему-то такое ощущение. Да, хотя какая разница, и то наложим. Ну а ты стреляй. Мало. Вообще мало. О, он окаменение делает. Вот 1300, кстати, это нормально уже. Сет. Атакуешь. Я разве не баррикаду выбрал? Не суть, и так завален. Если он, конечно, не предпримет что-то жестко. Так, если он земля, то его водой. Вроде бы. Hit Breath. Вот это и есть ульта? Ну... Так себе. Давай Зефиру. А ты по-прежнему водичка. Кстати, когда водой атаковал... А, ветер, а чё думаю, вроде там не было дэмэйджапа, да? Да, надеюсь, минк не упадет. Ого, вот это уже неприятно было. Так, ты собираешься? А, это зефирщица упала. Печалька-то, а. Где у нас? Вот. Ну вопрос, ну... Так пиши сразу, зачем писать у меня вопрос, если ты можешь уже написать в это время вопрос. Так. На всякий случай можно сет увеличить. Она стояла в переднем ряду? А, не знаю, само, значит, так поставилось.
танковала. Действительно. Но надеюсь, она успеет Зефиру сделать. А то сейчас все подохнут от еще одного такого удара. Не успеет, фейл. Ага, вовремя. Надо было сразу кастинг тайм этот делать. А, сейчас еще не даст поднять. Вот косяк. Ой, да он не просто не даст поднять. Он сейчас еще ГГ устроит. А, стоп, это была атака в одного, что ли? Не, в двоих. А, он только по ряду. Он только по ряду бьет. А, так у него там здоровье осталось, это вообще чушня. А, опять я что-то заклинил. Ну ладно. О! Все-таки дедок свалился. А сколько у него там здоровья осталось? А, ну... Пусть как-то так хотя бы сделают. Да, они все равно не успеют полечить, скорее всего. Ну хорошо, что он по одной, потому что он сейчас добьет КМ. Но Сара не получит опыта. И что, Минка не могла 1000 лет назад его порешать? А, ну вообще да, она-то не прокачанная была. 16 000 золота дали. Скажите, это огромное чудище направляется в город? Туториал по его атаке? А, он еще не сдох, разумеется. А, нет, их много. Понапросыпаюсь. Что, мне их нужно целую кучу завалить? Пока они не добрались до города. Можно в сон написанное. 6 какая-то. Надеюсь, меня хоть вылечили?
Такие сокровища. Ага, вылечили. Так. Ну ладно. Ну я фиг знает, это какая-то печалька. Четырех надо грохнуть. У них что, а у них же есть орудия вроде на корабле, или они повреждены? Да, столько же здоровья, ну прекрасно вообще. Винда. Винда. В тот раз это баррикады никакие не помогли, так что пофигу. А, контрветром? Я не уверен, что есть All Wind Mind. Нету. Так что только по одному. А что такое джеминг? А, что у меня время идет. Начинается. Неплохо. Минк ваншотнул. Слабо, она бьет на 500 что-то. Но он-то понятно, он всегда столько тратит, а вот что-то СС слабо бьет. Ой, Каем почти лег. Где у нее нет этого? Блин, ладно. Стоп, какой атака? Да не, я же нифига так не успею. Не, нельзя убежать, надо... ты имеешь в виду, я типа замедлил его? А у него здоровье не установится после этого, что ли? А как они его сбросили с корабля? Назад-то плыви, ну. Just stay calm.
Если у них здоровье каждый раз восстанавливается, то, ну, как бы это печально. Так, я сейчас не так делаю, буду атаковать. Сейчас, когда кто-нибудь еще ляжет, я просто убегу. А там в меню вылечусь. Хотя Сет пусть поднимает, он все равно тратит вообще ни о чем. Маг руками тратит больше, чем Сет из огнестрела. Блин. У него еще 8000, да это... Да я не знаю, как это можно успеть. Ну это же фигня. Ну там предлагали усыплять его. Ну фиг знает. А усыплять это что у нас? Слип. Привет, Роллбастер. А, сейчас всех положит, наверное. Или большинство. А, он же только на одну линию, да, он же только на одну линию. Так. Он эту линию положил. Подействовало. Ой, нифига себе. Да едь ты уже, ну не стой, ну едь. А, отсюда, блин, я не ту кнопку жал. Так, а сейчас время не идет, я так понимаю, в паузе. Ну не должно, я думаю. Так, и ману ей. Ну да, время не идет в паузе. А, они еще синеньким отмечаются, когда спят. Значит, всех усыпляем сейчас, и потом идем мочим самого ближнего. Но это, по сути, есть самый ближний. Но он сейчас уже не будет самым ближним. Ну, в общем, я понял. Но если сейчас проиграю, то понятно тактику примерно. Усыпляешь, потом идешь одного бьешь. О, еще и в камень мин обратили. Я сейчас тот доберется уже. Добрался, да?
ключа. А так он прозрачный. Он же ничего не может разрушить, он прозрачный. Ну, магия непрозрачная. Ой, и чё, подпалил там чуть-чуть, и что? Я думал, там сейчас пол здания снесет. Первый. Так, атакуй. Ты давай винду, а ты уже сон. А, стоп, а чё они такие дохлые? Я забыл полечиться. Да, на чекпоинте у меня же дохлые они. Ну, может, успеет усыпить. А, не, он сейчас. Наджи выжил сет. Старикашка-то крепенький. Он что, проснулся из-за этого, что ли? Ой, да лол. А, опять то же самое сейчас получится, да? Блин. А, не. Вообще не получится, потому что Сара легла. Отдыхать. Давай уже, короче, в сон. Да он сейчас еще и заогнет, блин. Если он переднюю группу положит, то и все сейчас. Сет-то камень. А Сара лежит. ГГ. Надо полечиться, потому что было, я затупил. Так, Сара. Ну давай, первый. Ну теперь, я думаю, дела получше пойдут. Плюс я не буду... То есть я понимаю, что у меня теперь Сара медленнее, чем Минг, поэтому, значит, Минг бьет так ветром, а Сара сном. Будто наоборот. А, ну ладно. А, не, Минг, это Сет в камень, я думал Минг в камень. Минг сном, а Сара ветром. Все,
Все, бегите. Камни оставляем. Так, лечиться. Так, атакуешь. Я думаю, надо пару ходов все-таки атакующих сделать полностью. Потому что, ну, надо же как-то. И атаковать тоже. Потому что рано или поздно все равно надо будет убить. И лучше рано. Вот 3388, это у Кайма потратилось. Странно, что Сет выжила. Так, ну я думаю, следующим ходом можно уже усыплять. Опять передний ряд положить? Да жесть. Ладно, тогда тем более усыплять. А смысл поднимать, если он усыпит, да? После боя-то они все равно все живы. А, если он сваншотит сейчас. Да. А, вот он, бессмертный. Трюки. Прижали, главное, отдохнули. Так, двое спят. Но непонятно, когда он проснется. Через какое-то время же, я так понимаю. Так, ну я думаю, можно этого попробовать, наверное, убить. Ну, до конца. А, я не полечился? Ой, ну что за дно? Давай хилу на Седа хотя бы, он такой живучий обычно. И давай на себя. А, и Минк надо переставить в задний ряд, я все время забываю. Ха-ха.
Ну, придется ей поднимать. Хотя на это времени вообще-то нету, но что поделать. Да ладно, убьет что ли? Повезло. Главное, чтобы в разных рядах было хотя бы по одному живому. Он не сможет сваншотить сразу всех. Вот, сейчас он только одного из них убьет. А если бы я поднял Кайму или Минго, то бы все были потрачены. Говорит, спасибо за помощь кому. Так, ты бей, а ты поднимай тогда кого-то из того ряда обязательно. Так, все, пора засыплять и идти затем. А то что-то он какой-то... Эй, да нет! Вот это дно. Так, надо формацию переставить. Далее надо вылечиться. Попробовать что ли сразу всех усыпить, но я не знаю. Но это тоже время просто теряется. Ну хотя он же сейчас вообще-то не дошел, меня просто убили. Ты тут? А до этого был не тут? Ну ок. Так, ну пока что виндой атакуют. А ну а смысл тоже смотреть, если мне сейчас же я не из-за того, что он дошел, гейм овер-то был. Так-то по времени у меня вроде получалось. Так, еще один ход с ветром, и потом уже буду усыплять. Ну, он был от того, что меня просто заломнил один из вот этих, как там, от Росариуса или что. Thank you.
Так, сколько мы уже торови-то оставили? 1008? 6 даже. Ну ладно, давай усыпляй. Сара окаменела, так она же должна была сон прочитать. Кастовать. Блин. Не в тему она окаменела. Надо антикамень, что ли, еще поставить? Бежим. Так, этого сразу усыпляю. Прям вот вообще сразу. С первого хода. Полечился, ну ладно. Главное, несмотря на то, что я не полечился, у нас GC у нас все равно полная. А, вновь отваливался. Ну, печалька, сын, этому тебе. Ну, передний ряд, да. А, ну да, правильно. Мисс? Как так-то? Я думал, против них 100% попадание. Сна. Как гроза, так проблемы с инетом. А у тебя что, спутниковый, да, интернет? О, заснул. Так, поехали. А почему он красным-то горит, а не синим? Он же вроде заснул. После карты грозы что-то ломается, жесть. Так, он двигается или нет, тот нижний? Ну, блин, по идее, если красный, то двигается, но я же только что его усыпил, как так-то. Тогда этого сразу тоже усыпляю. Да, может они вместо антенны, короче, громоотвод подключили. Так, заснул. А, он проснулся. Из-за чего?
Так. Давай сон. А ты ветер. Бывает. Блин. Мне некому скастовать. Ну что это? Нет, расстояние не учитывается. Так. Маны, конечно, много уходит, но ничего. Накупим еще. Да почему они не засыпают, я не понимаю. Что-то бред какой-то. Тот, главное, спит до сих пор, дальний. А, может только одного засыпить можно? Так, проверим, здоровье восстанавливается или нет. Ну не должно. Да, не восстанавливается. Ладно, давайте Бабырому в атаку, может быть. Да нет, они там близко уже, пипец. Так, давай сон, а ты полечи Кайма. Блин, он сейчас дойдет уже один, ну что за... Да как он просыпается сразу, ну это жесть. Я просто не понимаю, почему так. Единственное, что я понял, так это то, что одного точно можно успеть забить прям без сна. Штора в окно всосалась. Интересно.
Так что сейчас одного убиваю сразу. Ну так, чат — это самое главное. Так, давай винда. Винда, стреляй. Максимум нападения. А, опять она в переднем ряду, блин. Так, ну чё, половину сняла же? Нет ещё. Ну, ты чё там этих ходов? Я думаю, должно быть уже половина. Да, больше половины. Это потому что лечиться не приходится пока что. Так, ну что, он сдохнет, нет? Ну там осталось-то у него. Ну все, должно за эту партию уже убить. Чуть больше 1000 там где-то осталось. Уже меньше 1000. Ну, значит, за один ветер должен сдохнуть. Ну, Сара-то скастует? Скастует. Самое главное. Отлично. Давай, быстрее, быстрее сдыхай. Этого я усыплю. Так, только надо полечиться. Маны просто жуть уходит сколько. Так. А вот, кстати, насчет поставить минг в задний ряд, я не уверен, потому что хорошо, когда один маг в переднем ряду, другой в заднем, потому что этот-то бьет по ряду. Так что я думаю, я так и оставлю, потому что, возможно, это даже фича. Так, ветер. Ты давай сон. Опять у меня вначале будет сон, потом ветер, да? Ну ладно. Thank you.
Так, а ты ветер. Нет, не положил. Да подожди, почему у меня опять получился сон, потом ветер? Лол. Ладно, все, сейчас просто будет сон, а вторая куда-нибудь вылечит кого-нибудь. Путаюсь, кто из них быстрее. Все, ты сон, а ты он вылечит кого-нибудь. Или он вообще в дефентовый. И сейчас минк положит, реально. Да не, ну, ну неужели ваншотник? Ну, вот повезло. Бежать, бежать. Сколько у него осталось? 7 тысяч. Бежать, бежать. Ну вот он запечатался. Ну, в смысле, заснул. А, я не полечился, лол. Все, атакуем по-жесткому. Да не усыпится он. Я его только задержать могу. Сейчас, когда тот уже будет подходить, я отсюда убегу и... Ну, это когда пройдет он полуостров. Ну, мыс. Ну, по сути, уже надо в следующем ходу это делать. Уже давай сон, а ты хилу можешь на себя попробовать. Ну, сон, ну не подействует опять сам. Или подействовал. Фиг его знает. Походу подействовал. Какого черта? От чего это зависит? Где-то. Че это такое? Да куда ты плывешь? О! Управление вообще жесть полная. Особенно когда надо торопиться. Из-за этого я тут... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, во. Да, мне же заняться нечем. Ну как это? Ты что, не видел, что из чего я взялся, что нельзя? Теперь мне надо с ним драться до упада. Потому что он уже пришел практически.
Ну что-то шанс был очень высокий каждый раз, как происходило. Постучал, типа сидя сам откроется, про что? А, у них разный тип. Если честно, я почему-то даже не подумал посмотреть. И как один раз был ветер, так и все. Если он вода, то его надо чем-то там, ну, землей, допустим. Ну, они выглядят одинаково, я не думал, что у них может быть разный тип. Да что-то снап я не обратил внимания. Я немножко не на это смотрю, а смотрю на карту. Так, ну пусть лечит, что ли, я не знаю, как-то плачевное какое-то у всех состояние уже. Кого-то не успеют полечить Сэда. А, и некому даже лечиться. Дедок ему нечем лечить. Только предметами, которые заканчиваются уже. И почему ветром? Да. О, проснулся там. Так, что-то нас сейчас это положит. Как не печально это признавать. А у него осталось 1000, вот обидно будет, если сейчас он сольет. Давай, Сэда. Нет. О. Тогда пусть она атакует, а он уже поднимет Кайма и Минг. Отлично, он успел поднять. Все, значит, не заогнет. Thanks.
Да добьем сейчас уже. Зачем усыпляют? А, ну потому что проснется, ну я понял. Так, полечиться надо. Фух. У него здоровье. Ой, проснулся действительно тот уже. Давай быстрее усыпляй уже. О, дно. Ну она упала, она должна была сон прочитать. Да куда ты, слип, ну. А он знает, кого убивает. Да, я думал, сейчас еще Сару в камень превратит. Давай, уснул, все. Хорошо спишь. Так. Лечиться. Опять. Ну, должно времени хватить. Правда, этот-то вообще вроде целёхонький, да, насколько я помню? Мы его вообще практически не били. А, нет, мы его били несколько ходов, мы ждали, пока тот придет. Но все равно мало. Да, 8000 еще. А какого у него тип? Ветер. А против ветра у нас, по-моему, огонь. Не, против ветра у нас вода, да? Не, против ветра у нас все-таки, по-моему, был огонь. Да. Флара. Флара. Еще 200, неплохо.
Она, кстати, меньше к чему-то тратит. Потому что на задней линии стоит, что ли? Добьет? Не, не добил. И он даже не добил, странно. 9 осталось. Отлично. Контратакой. Фух, ну вроде дела сейчас нормально идут. Пойдем разбудим спящего царевича. А, у него 4000 осталось. Ну. А какой у него тип? Огонь. Значит, водой должны по-любому атаковать. Да, все, со следующего хода уже нужно сдохнуть. 402 осталось. Ну и до свидания. Ну да, момент очень такой интересный и напряженный. И сокровища я не успел поискать. И Кшон тут прет. Фух. 20 СП дали. Мы победили Артозавруса. Соф, даже я бы сказал. Артозал Соф. Конечно, повезло нам, да, Минг? Да, спасибо. А, не понял, что спасибо-то. А, давайте вернемся обратно в Нумару. А, ну да, она то есть благодарит как королева, да? Ну да, в принципе, могли просто встать и уйти. А куда нам идти вообще интересно? А, ну это порт. А нам по дворец, наверное, надо. Говорит, даже королева не может войти на военный склад без разрешения генерала.
О, я кое-что вспомнил. Возвращаемся. По-моему, там, где мы этих детишек обнаружили, там был этот камень. Где-то. Не? Вроде же был. Может, кажется. Тут нет. А в этой урне мы копались? Копались. Ну, печально, Снап. Что поделать. Говорит, это... А, вот, и Сара же тут не была. Так вот, дом Лерум. Да. Мамин, папин, Мака и мой дом. Очень хорошо. Лерум, должно быть, была счастлива тут. Да. Тут какая-то книжка, да, всего лишь. Понятно. Точно все важные вещи они отсюда забрали, а то, может, драгоценности, припасы, думают, да, сейчас пару дней погуляем с Каймом и вернемся. Давай, Снап, держись до последнего. А, я только сейчас что-то вспомнил, что у тебя же ник правильно читается Снэп. Но уже поздно, я уже привык. Это меня Тор приучил, блин. Нет тут этого камня, странно, что-то мне казалось, что был. Так, сейчас. Раз уж мы в Нумаре.
Так, это чей Магаст? Нет, это не Магаст. Ну вообще, я так понимаю, нам во дворец что ли забежать надо или что? А, Сануман Фэмили Хаус. Ну ладно, нам явно не сюда. Не понял. Перекрыто. Печалька. Может, тогда нам все-таки в порт забежать? Ну, потому что я не знаю, зачем нам тогда сюда направили. Там мост поднят. Все написано было закрыто, да? А. Посмотреть, почему нет инета, нужен инет. Не, ну как бы, знаешь, если вообще нету даже локальной сети, то это логично, потому что, ну, а как ты еще сделаешь? А, ну, как бы, а так личный кабинет, конечно, должен быть доступен без инета, если локалка работает хотя бы. Короче, не пройдем мы туда. Да, ну странный провайдер у тебя. Таких приколов я еще не видел. Ладно, нам нечего тут делать, походу. А, вот, City of Numara. Зачем там мост было поднимать? Если могу попасть в основной город. Добро пожаловать назад, моя королева. Королева Минг вернулась. Довольно популярная. Не так ли? Почему бы не сказать, что бы тем? А, я извиняюсь, что покидал город, ну, что у меня не было так долго. Я рада видеть, что все хорошо. Ну, тогда мы рады видеть вас тоже, королева. Вы остаетесь красивой и сильный. Находил вроде. Я знал, что мы можем доверять королеве Минг защиту от артозавросов. Нумара спасена, и мы все благодарим вас. Спасибо вам большое, королева Минг. Ну, не знаю, захватила власть, наверное, кровавый переворот устроила 1000 лет назад. И стерла все учебники по истории и летописи, чтобы все думали, что она просто пришла и внезапно стала королевой. Ну да, примерно так же, как Айфон. Ну, это вторая версия, да. Я так счастлива, что наша королева вернулась. А, типа, надо генерала Каканаса пригласить, что ли, что-то такое.
Коканос. Чуть не понял там. Must have turned him loose. Типа надо, чтобы он проиграл, чуть не понял. Так, что теперь, Минг? Вернешься обратно во дворец? Коканос может какую-нибудь ловушку там приготовить. Не, все в порядке. У меня очень важное задание позаботиться. Так, я так понимаю, там, где нарисована нотка, это мы уже сыграли, да? Ну давай тогда три. ЕР. Так. ЕР. ГФ. ЕД. СР. Блин, капсить нельзя. Ну ладно, я не буду отправлять. А я уже забыл, что такое ER, вот это вот. Не понял, зачем нам нужно брать? А, я понял. R это REST, что ли? R. G. F. Наверное, четверых надо было взять. Походу надо было четверых брать. Ну да. Ну, это было прям очень сложно. Килолон бейдж, но я так понимаю, это какая-то левая штука, вообще мне не нужна.
А где он? А, evade up, increase evasion rate against normal. А что это такое? А хз, что это такое? Это была загадка? Так, это у нас что? Не, нету. Что у тебя есть? Фигня. Фигня. Ничего редкого. А, ну кольцо, да вряд ли. Откуда? Не, могу только Mac LV 1+. А, ты имеешь в виду этот, который собирает кольца? Planet? А, ну вот можно только и все. Да и то мне не хватает. Так, а этот item shop чей? И что в нем? Во, мана. Ну и норм. А, так у нее нету, у нее же нету, у нее какая-то фигня, это же низкого уровня магазин.
Как туда попасть? А, вот здесь. Спасибо, сейчас погрузка завершена. Добрый, так. С вами все будет в порядке. А, типа, не скажете капитану, если он найдет способ помочь мне, что ли, или что-то такое. Не беспокойтесь об этом. Ну, короче, фиг знает. Ну, короче, Каем стоял и молчал. Моя мама такая медленная. Она что-то, она сидит дома, беспокоится о домашней работе. Она очень старая для этого. Ой, извините. Пока им стоял и молчал и улыбался. Да, неплохо открыли. А чё, магазин какой-то ещё? Чё? Ну давай. Не, три штуки я не найду, фиг его знает, где искать. И чё тут? Странно, как к тому попасть тело.
А, я понял, мы для них там искали что-то для этих детей. Ну, типа не слушаются. Да, такой приятный собеседник, вот ты жал мой диалог и ломанул с комнаты. Странно, стоп, я не это должен был найти вообще. Я просто хоть и читать сны вроде не буду, да, но хотя бы открыть их хотелось бы. Тем более, вдруг это на, внезапно на что-то повлияет по сюжету еще. Ну, вряд ли, конечно, мало ли. Скажет потом, типа, о, не, я же это, не все воспоминания открыла, поэтому, короче, не могу открыть им хорошую концовку. Ой, украл деньги. А, вот этот мост подняли зачем-то. Вот уроды. Пули вылетел в должное место. Вот это нормальный кот. Не, у меня кошка, она не туда ходит, только если закрыта там дверь там и так далее. Хотя иногда бывает, что взбредает в голову тоже. Какой-то салон. А как тут сундук взять?
Дает понять, что главный. Ну да, дает понять, что даже я больше скажу, дает понять, что его территория. А чё искать-то? Я не знаю, чё искать. Что-то про Crimson Forest говорит. Так, ну дальше это уже к дворцу. Можем еще, конечно, вот сюда забежать. Но это гостиница. Какая лодка? Где я лодку достану? Лол, ты чё? Что-то было потеряно в хаосе возле фонтана Нумары. Опять Экскалибур потеряли? Он говорит, Сет, ты можешь починить эту арфу? Ну, говорит, типа, я вообще, ну, как бы, не всесильный, да, но гляну, что смогу сделать. Ну, она звучит как прежде. Cape of Illusions 19 штук дали. Что это? Не вижу. А, во. А, Rare Item Robber LV3. А я думал, появится Барон Сифринг, если я это соберу. Ладно.
Что-то не разговаривай. Ну, тут, наверное, пусто, скорее всего. Так-то я уже обчищал. Просто, может, люди здесь есть. О. Какая-то хреновина плюс скотч. Так, там что-то в фонтане потеряли. Ну как мне это найти? О. Refreshes. Седьмой уровень Spirit Magic. Greater Recovers HP. О, нифига себе. Лечилка какая-то крутая на целую линию. Но на седьмого уровня никто не владеет. Что угодно кольцо можно сделать. Ну и где я должен лодку брать? Я устал от этого. Один кто? Он один, кто предложил это отправиться на Гонголе в наше свидание, но... А, короче, она ждет кого-то, да? И нам, возможно, нужно теперь найти этого кого-то. Не ты? Там он тоже сундук, кстати. Походу тут как-то можно заполучить эту гондолу и много где поплавать. А, стоп, а в чем прикол? А, ну да. Нет, Ар. Не прокатит. Хоть бы сундук за собой закрыл, ну чё за... Бескультурия. Ну вот и как туда можно попасть? Только на гондоле. Либо если вода уйдет. Странно, странно. Может, просто еще чего-то не произошло? Что должно произойти? На джетпаке. Да вообще можно как бы и вплавь на самом деле. Чё тут, лол, проплыть-то?
Ты, кстати, не говорил со всеми. Что за прикол? Очередная загадка века. Мне очень нужен этот мерчендайз. В каком замке Арфа? Ты о чем? Ну ладно, давай снап удачу. Очень понял, ну сейчас разберемся. Что-то он говорил про какие-то дела, бизнес с армией Нумары, много денег. Ты можешь получить профит с этого. Генерал Каканос чуть попросил помочь ему. Что генерал сказал помочь? Что ну? В общем, ладно. Ну, в общем, что-то там, по-моему, Каканос этот генерал, какие-то там поставки оружия, что ли, нелегальные какие-то, что ли, делали, что-то, или я не так понял. Пургатория Ор какой-то дали. Так, а где у нас канал Стрит? Где-то дальше, да? Угу.
Вообще он там гондолы. Странно. Нашел. Так, какие нам еще остались, да? Так, сейчас разберемся. В Нумаре один только остался. Но мы его получим позже. Ну, уже не в этом, не на этом стриме. В общем, осталось-то, не считая вот этого, который мы сейчас точно получим скоро. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Семь. Семь этих снов. Но в Нумаре только один остался, который получит. Чё? No call? Шесть это чё? А, 5 сон? Ну да. Я же говорю, их еще 7 штук. Ой, сколько? 6 я насчитал? Ну, короче, сколько-то там еще штук. Так, тут же сейф был, да, вроде бы? В гостинице. Да нет, вполне равномерно, просто я пропускал там. Так, а где сейвик-то? Надо было там сохраняться, да, на улице? Ну ладно, надеюсь, сейчас тут не будет никакой катсцены. Отлично. Вон, вижу сейф. Надеюсь, дадут добежать до него. Странно, я сейчас смотрю через ОБС. Как-то подлагивает, да? Так и было, что ли, весь стрим? Никто ничего не сказал. Или это только превьюшка у меня тут подлагивает? Ну, в общем, как-то странно, я не понял, что-то, что оно так. Может, ОБС глючит просто. В общем, в любом случае, на этом стрим заканчивается. У кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, пишите в чат. Следующий стрим будет, наверное, в воскресенье, если ничего не изменится. Всем удачи, увидимся.